Перед тем, как вы узнаете дату выхода новой серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку», хотелось бы рассказать вам немного о ней. Дженк обезумеет от гнева, когда узнает, что Азра пошла навстречу, не сообщив ему, и между парой происходит крупный скандал. С другой стороны, новость об отношениях Мелисс и Кадира сваливается в центр особняка, как бомба. В то время как Фариде объясняет всем, что нужно рассказать о данной ситуации Дженку как можно скорее, Сераб выступает за ожидание подходящего времени. Но благодаря Орде это происходящее время никогда не наступит, и между Дженком и Кадиром происходит большая ссора. Дженк обвиняет Кадира в том, что он приближается к Мелисс для того, чтобы отомстить ему. Надежды найти убийцу отца Азры почти исчезли. Фарук не поверил своим глазам, когда увидит книгу, которую он дал Джансу. Несмотря на то, что отношения между ними не в порядке, он звонит Дженку и рассказывает о книге. Смогут ли Азра и Джен разгадать тайну вместе? Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Не отпускай мою руку» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 28 апреля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!